Сегодня историей о своем питомце с нами поделилась Ксения Ребик. Пса девушки зовут Чарли, и он счастливо живет у хозяйки уже долгих 9 лет. Но так было не всегда, а когда пес был еще совсем маленьким щенком, с ним приключилась беда. Неосторожный и немного глупый малыш бегал рядом с дорогой, где его вскоре сбила машина. Водитель, как это часто случается, не остановился, чтобы помочь, а быстро уехал с места происшествия, ничуть не переживая о судьбе щенка. К счастью, не всем было безразлично, что случится с крохой. Сестра Ксения не прошла мимо раненого животного. Она сразу позвонила девушке и уже вдвоем они отправились в ветеринарную клинику. Врач сделал все возможное, чтобы помочь щенку, и уже через полтора месяца перелом бедра благополучно сросся. А спасенный песик так и остался жить с сестрами, хотя в хозяйке почему-то выбрал именно Ксюшу. Чарли обожает бегать, несмотря на возраст. Ему нравится подолгу гулять с Ксенией на улице и обнюхивать окрестности.